Луев мост действительно неразводной. Название, считают историки, появилось в 18 веке из-за расположенного поблизости трактира купца Поцелуева. Но романтичные натуры придерживаются других легенд. Здесь и моряки прощались с подругами, и арестанты с родными, и встречались пары, по каким-то причинам вынужденные скрывать свои чувства. Сегодня считается, что влюбленные, поцеловавшиеся на мосту или под ним, будут счастливы, и мера этого счастья зависит от того, как долго длился их поцелуй.